Ну что же, наконец-то я добрался до этого места, где собрался ловить на этом огромном вот водохранилище. Выбираем теперь живцов покрупнее. Ребят, сразу два окуня. Один на живца, а второй на ультралайт. День первый. Я, значит, весь такой на всех парах, рву когти на речку. Погода обещала быть нормальной, хоть и пасмурной. Думаю, сейчас наловлю живца, закину резиночку, закину поплавочек и поймаю что-то. Поймаю хотя бы пару окуней. И будет мне счастье, и сделаю вам интересное видео. Друзья, но мое разочарование. За полдня не было совершенно ни единой поклевки, ни на резинку, ни на поплавочную удочку. И я не буду тратить ваше время, а сразу перейдем ко второму дню, который был намного эффективней. Ловлю здесь уже около получаса, не было ни подхода, ничего, никакой поклевки, вообще ничего. Видите, как стало пасмурно, короче, было солнышко, ветер подул, погода испортилась. Попробую живцом поехать на водохранилище вот на днях, может получится. Потому что здесь, ну, пока совершенно вот нету никаких ни поклевок, ни реакции, даже, ну, никаких даже мыслей нету у рыбы здесь клевать. Вот, я там пробовал, здесь пробую 5 живцов, живец, ну, короче, 6 живцов, 5 на резинке и 1 на поплавочной удочке. И тишина, полная тишина. Друзья, всем доброе утро. Сегодня у нас уже второй день. Я выехал на Северский Донец за маляком, чтобы поехать на водохранилище, попробовать половить там окуня или щуку на живца. Короче, сейчас мы попробуем половить. У нас сегодня был мороз, видите, погода кардинально поменялась. Сейчас сплошнейший туман. Вот, вообще ничего не видно. Вообще ничего. Тупо смотришь, вот перед собой все, короче, испаряется, вышло солнце. Я не знаю, здесь в мелкой заводе должен быть малек. Вот его мы сейчас попробуем половить. К сожалению, в заливе малька не было вообще, поэтому пришлось сделать большой круг и приехать снова на мост, чтобы его половить, короче. Ребят, все хорошо, но только холодно. Живец есть. Сейчас еще пару забросов. И думаю, нам на сегодня живчика хватит. Смотрите, какой иней. Был большой мороз. Весь мост, короче, в инее. Прям капец. Скользко наглухо. Ну что же, наконец-то я добрался до этого места, где собрался ловить на этом огромном вот водохранилище. Ребят, не знаю, будет что-то или нет. Хочу закинуть на живца резинку. Брал поплавочную удочку, чтобы половить на живца. Живец у нас еще живой. И также буду ловить на ультралайт. Короче, сейчас разматываю вот по берегу тут резинку. Палки. Чтоб нам не мешали. Выбираем теперь живцов покрупнее и цепляем на нашу резинку. Ребят, сразу два окуня. Один на живца, а второй на ультралайт. Я вот вам не успели мы снять, к сожалению, как он клюнул. Сразу два. На поплавочную, на живца и на ультралайтик я закинул. Представляете, как жестко? Вообще ништяк. Вот так бывает. На резиночку пока что тишина. А вот на ультралайт окунек догнал. И на живца догнал возле берега, на небольшой глубине. На салатово вот такой вот. Салатовый. Пусть там будет салатовый вот такой вот. Он сбежал. Убежал, да? Ну, сошел так сошел. Мелкий был, ничего страшного. И вот тоже этот мелкий. Давайте мы его выпустим сейчас. Давай. Гони. Вот. То есть рыбалка
начинается. Не знаю, будет что-то на резинку, нет. Но на поплавок взяло довольно-таки неплохо. Резко хорошо повело. И на ультралайт тоже были хорошие поклевки, чувствительные. Я их сразу почувствовал. Друзья, хочу вам порекомендовать один хороший сервис, который называется Yubai. Это сервис, который вам поможет приобрести товары с сайта Taobao, с китайского интернет-магазина. Все дело в том, что сайт Taobao не отправляет товары в другие страны. Он создан только для внутреннего рынка Китая. Так вот, этот сервис Yubai поможет вам доставить товары в вашу страну. Смысл сервиса в чем? Вы на нем регистрируетесь, покупаете, выбираете любой товар на Taobao. Он приходит именно в Yubai, а с Yubai вы уже отправляете его в свою страну. За это сервис берет небольшую комиссию. Вот так выглядит сам сервис. Здесь в правом верхнем углу можно поменять язык. В данном случае у меня стоит русский. И вот мой личный кабинет, где здесь были мои товары. Сейчас у меня один товар. Это подушка Husky, допустим, вот такая. Хочу себе машину взять. Нажимаю, ставлю галочку, нажимаю подтвердить. Дальше он переходит в кабинет, где нужно просто оплатить сайт посредника, вот эту стоимость, и все. Если вы не можете найти подходящий товар на Taobao, можете связаться с онлайн-поддержкой. Там всегда есть русскоговорящие люди, которые помогут вам найти нужный товар и оформить заказ. Ссылка на сервис Yubai в описании. И, кстати, кто зарегистрируется по этой ссылке, сразу ему будет купон на $10. Поэтому, ребята, кто хочет что-то приобрести, переходите по ссылке в описании и сразу получайте купон на $10. Еще один окунь. Капец. Пошел окунь на поплавок. Видно, подошел сюда. Мелкий, но сейчас мы с вами половим его. Есть. Вот так вот и ловим, ребят, таких вот окушар. Видите, как отличается водоем от водоема. Вчера я был на нескольких местах, абсолютно ничего не ловилось. Ни на поплавок, ни на резинку, ничего. Сегодня же уже я поймал и на спиннинг поймал, на поплавок. На резинку, к сожалению, нет, но я просто думаю, место выбрано не совсем перспективное. Я бросил на глубину, а окунь здесь сейчас в мелком заливе. И вот в этом мелком заливе я пришел буквально пару минут посидел и сразу достал очередного окуня. Оба! Этот уже получше. Вот, окушарик. Смотрите, весь пятнышко такой взял. Вот такой окунечек. Друзья, главное, вот когда у вас происходит поклевка, выждать несколько секунд, пока окунь поведет или полностью потопит. Вот в данном случае у меня поплавок лежит, я жду, пока он встал, значит, окунь схватил живца. И потом, вот, может он буквально 3-4 секунды просто стоя бы. Ну, а потом начинает просто плыть, уходить под воду. Вот именно когда он начинает уходить под воду, тогда делайте подсечки. Если вы сделаете раньше, он может просто не заглотить полностью живца, выплюнуть крючок, и вы просто будет сход, короче, у вас. Поэтому не спешите, всегда ждите чуть дольше. Вот сейчас у меня был сход. Да, живец слегка покушан. Потому что я дождался, пока поплавок встанет, но до конца не дождался, пока окунь начнет его вести. Есть окушок. Чуть-чуть дольше подождали. И вытащили такого вот красивого. Смотрите, какой. О, красавчик, живцом. Вот он наш полосатик, ребят. Ух,
перед самым берегом сошел. Вы, в общем, видели, как, да, он ведет, как происходят поклевки. И обычная поплавочная удочка, единственное, что я сделал, грузик немножко выше прицепил, в сантиметрах в 10 от крючка. Клев окуня сегодня нажился просто ошеломляющий. На ультралайт я пока что его положил в машину, вот мне уже, честно говоря, надоедает ловить окуня на живца, можно так сказать, потому что он тут берет один за одним, и даже не хочу переставлять резинку сюда. Ну, стоит она там на глубине, не клюет, и просто сложу, и все. Ребята, значит, что я хочу? Половить сейчас тут еще, не знаю, десяток окуней наловлю. Хочу сесть в машину, поехать в новое для меня место. Как новое? Я там не ловил на спиннинг. И попробовать там половить на спиннинг в новом для меня месте. Это отсюда примерно еще 7 км вдоль водохранилища. И там похожу вдоль берега, побросаю. На ультралайтик, может, что-то попадется. Ну, а пока что я продолжаю ловить на живца окуня. И вот у нас, смотрите. Опа! Очередной окушарик. Живец сверху ходит по крючку. Иногда его остается даже на пару забросов одного живца. Вот. Окушок взял. Этот небольшой, вообще мелкий, живец упал. Вообще небольшой кушок, а такой маленький, можно его выпустить просто. Ой. Сейчас пудра. В общем так, мелких мы выпускаем, те, что крупнее берем, еще ловим и мотаем на спиннинг. Очередной мелкий полосатик. Ну, что сказать. Эффективность на ультралайт и эффективность на живца, конечно, сумасшествие. Разное. На живца берет сразу же каждый заброс. Буквально окунь в одну минуту. На ультралайт, ребят, ну вот уже 5-я проводка, ни одной поклевки. Вот такой вот окунечек. Видим. И есть контакт. Ну что же, объездил я, короче, еще пол водохранилища, проходил, побросал 2 часа. Ребят, это было самое перспективное место, где ловилось хоть как-то на силикон. Там я тоже поймал нескольких окуней. Но, как поговорил с рыбаками, вот уже 2-ю неделю я это тоже вижу, ну, плохо берет очень на силикон. Поэтому я половлю здесь еще чуть-чуть и поеду домой. Ну, в общем, вот такие выдались 2 дня на рыбалке. Отдохнули хорошо, погода супер. И живец, который остался, мы его, конечно же, выпускаем. Опа! Давай, мелюзга, вперед! Есть контакт. Вон, весь расплылся. Ух, какой шустрый. Окунь кинулся на нашего жилья.